сыну у девушки потенциальной, ни старой брянской, никого у тебя нет. Ты как та бабка из сказки. Да. И что делать теперь? Ты знаешь, Лен, ну не знаю, ну мне из этой ситуации все понятно, что у меня Аня ближе, да, то есть как ни крути. А зачем тогда ты звал-то ту девушку? У меня до вчерашнего дня было четкое понимание того, что я отпустил Аню, и я не хочу с ней отношения. То есть я даже не задумывался об этом. Я ее увидел в городских квартирах, там мы с Лесей уехали, и ну, я хотел с Лесей... Ты знаешь, над чем задумайся? Что любая девушка, которая бы не приходила на проект, просто не выдерживает никакой конкуренции с Аней Брянской. Конечно. Как только она заходит, оказывается рядом с тобой, ты бросаешь всех, и все, только Аня перед глазами. Так задумайся, может быть, это и есть та самая любовь всей твоей жизни, и надо за нее побороться просто.